решила, что хочу пончики. Энит готова. Венсдей тоже. И бабушка уже приступает. Тесто я уже приготовила. Сейчас выложим его в форму и приготовим вкусные пончики. Закрываем и ждем. Так, а мне нужно приготовить классное тесто для пончиков. Делаем горку из муки, разбиваем яйцо, а теперь замешиваем. Формируем круглый пончик и отправляем в горячее масло. Ждем приготовления. Теперь моя очередь приготовить пончики. Заливаем в аппарат мое черное, как моя душа, тесто. И вот они уже готовы. Осталось придумать ужаснейший дизайн. А мне нужно присыпать мои пончики сахарной пудрой. Так они будут и пышные, и сладкие. Ну что, пора доставать пончики из масла. Поливаю сладкой цветной глазурью и посыпаю цветной посыпкой. Открывайся, жену! Ой! Ой, как неловко получилось! Но на пончики они хорошо раскидались. Готово! Приятного аппетита, малышка! Ого, какая вкуснятина! Хочу скорее попробовать пончики от Wednesday. Объедение! Хочу съесть все-все! А что у нас здесь? Ой, это что сверху посыпали? О, вкусно! Да, мне очень нравится! Идем дальше! Ой, какие классные яркие пончики! Интересно, а как они на вкус? Блаженство! Я решила, что побеждает Wednesday! Поздравляю! Хочу картошку фри! Окей! Окей! Уже приступаю! Бабуля, отдайте мне овощерезку! Ой, ну ладно, бери! У меня еще одна есть! Итак, а, это еще что такое? Сейчас я быстро справлюсь с этой картошкой и приготовлю быстрее и вкуснее всех. Бабуль, помоги, пожалуйста. Ой, тяни, тяни. Фух. О, спасибо, бабуль. Сейчас нарежем картошечку на маленькие кусочки и покрасим в радужный цвет. Красота, пора закидывать в масло. Ого, уже приготовилась? Выложу на тарелку в виде радуги. Ким точно оценит. Я такая молодец. Бабуля, как тебе моя картошка? Превосходно. Моя картошка тоже уже готова. Сейчас попробуем. Ну, или не будем. Пересыпаем в форму и добавляем кетчуп. Вот так. Бабуля тоже уже все приготовила. Большое спасибо. А что там у Wednesday? Почти закончила. Мне нужно переложить картошку на тарелку и покрасить в черный цвет. Ужасная картошка готова. Энит, Энит, ну успокойся. Давайте лучше отдадим картошку фри на дегустацию. Ого, как много разной картошки! Радужная выглядит так мило! Сейчас оценим ее на вкус. Ой, ну какая же она забавная! Попробуем! Ну, неплохо, но я ожидала большего. А что там дальше? Эта картошка вроде как обычная. Пробуем! Вау, как вкусно! Ну и, наконец, черная картошка от Wednesday. Ой, какая гадость! Самая вкусная картошка получилась у бабули. Она и побеждает. Бабуль, не спи, я уже закончила рисунок. Я хочу пасту. Приготовите? Да. Ну, конечно. Отправляю спагетти в кастрюлю вариться. А я сделаю свои спагетти сама. Ой, как чихнуть хочется. Пчи! Ой. Все в муке? Простите, я не хотела. Так вот, делаем горку из муки и разбиваем два яйца. Но перед этим можно немного пожонглировать. В общем-то, и одного хватит. Замешиваем тесто. Красота! Теперь раскатываем из него парочку равных кругляшков. А теперь самое интересное – окрашивание. Далее пропускаем через специальный аппарат каждый кусочек, и моя радужная лапша готова. Отправляем варить. А у меня уже все сварилось. Перекладываем на тарелку. Ой, ничего не вижу. Зрение-то куда пропало так резко? Ох уж эта старость. Это же кетчуп, да?
Бабуль, давай я помогу. Держи. Большое спасибо, Эннет. О, нет. Кажется, я неправильно держала бутылку. Я вся в кетчупе. О, зато зрение вернулось. Поливаем кетчупом и готово. Браво, бабуль. Уэнсдей, а ты что приготовила? Мои спагетти тоже сварились. Перекладываем их на тарелку и красим. Вещь, краситель. Спасибо, мой верный слуга. Думаю, одной капельки хватит. Вещь, неси следующий ингредиент. Благодарю. Добавляем пальцы ведьм на тарелку. Наливаем немного кетчупа и посыпаем кунжутом. Ой, как страшно! Моя лапша тоже готова. Я добавлю миленьких осьминожек из сосисок и можно подавать. Приятного аппетита! Мамочки, эти спагетти выглядят очень пугающе. Пальцы? Нет, не хочу. Лучше попробую вот эти. Вот это выглядит аппетитно. Как вкусно! Идем дальше. Ой, радужная паста и милые осьминожки. Круто! Невероятно вкусно! Эннет, ты выиграла! Правда? Большое спасибо! Я почти дорисовала. Вот, хочу какао. О, в этом я мастер. Проще простого. Пока вы болтаете, я уже начинаю готовить. Засыпаю в кастрюльку какао и выливаю молоко. Разогреваем, размешиваем и переливаем в кружку, которую подарила мне моя внученька. Готово. Класс. А я хочу сделать какао из шоколада. Он у меня цветной и невероятно вкусный. Отправляем шоколад в кастрюльку и плавим. А еще добавляем сахара, чтобы было сладко-сладко. Ну нет, много сахара – это вредно. Ладно, бабуль, положу чуть-чуть. Вот видишь, совсем капельку. Моя умничка. Уже не смотрит? Засыпаем весь сахар, чтобы Ким оценила. Эннет, я отвернулась на секунду. Упс. На чем я там остановилась? Точно! Мне нужно добавить немного молока. Только вот бутылка никак не открывается. Ну же! Ай, ну что ж такое-то? Хорошо, что не все вылилось. Вроде бы должно хватить. Перемешиваем. Какая вкусная глазурь! Украшаем бокал, чтобы Ким точно было вкусно. Переливаем какао, а сверху добавляем взбитые сливки и кучу-кучу конфет. Готово! Ну, как вам мой напиток? Как по мне, обалденный! Спасибо, бабуль! Вы такие милые, что даже противно. Я буду подавать какао в бокале черепи. Бабуля, как вам? Напугал? Значит, бокал отличный. Мне понадобится молоко, какао и немного крови. Ладно, шучу, это просто сироп. Теперь переливаем все в бокал. Да, выглядит жутко красиво. А сверху должна быть шапочка из черного крема и вкусная посыпка. У меня все готово. Батюшки мои! У нас все готово! Какое все интересное! Хочу начать с какао от Wednesday. Оно такое же красное, как и мои волосы. Попробуем. А это точно от бабули. Волшебно! А этот радужный напиток точно от Эннет. Класс! Я решила, что побеждает сложный выбор. Побеждает Эннет. А вот и ваш будущий приз. Шоколадный фонтан. Рисовать нужно будет специальными маркерами, только чур без рук. Вижу, вы готовы, девочки. Тогда время пошло. Надо как-то схватить маркер зубами. Ох, непростая задачка. Да, получилось. Я всегда знала, что главное – упорство. Ничего себе! Девчонки уже почти все нарисовали. Надо поторапливаться. У меня рисунок лучше всех выходит. Так-то. Ну, просто копия. А это, оказывается, совсем непросто. Но я очень стараюсь. Ну вот, совсем не выходит. Надо что-то придумать. О, идея! Попробую рисовать вот так. Да, кажется, я нашла выход из этой сложной ситуации. Надо и мне так сделать. Ой, падаю!
Моника, ну ты даешь! Ничего смешного я в этом не вижу. Ох, я вам сейчас покажу. Да, придумала. Если взять перышко и пощекотать нос... Пчи! О, нет, мой рисунок. А я что, я? Ничего. Это вообще-то не смешно. Получай. Фу, это же слюни. Какая гадость. Нет, только не это. Она еще и испортила мой шедевр. И ты у меня сейчас тоже получишь. Так, девочки, времечко вышло, показывайте свои работы. Да, конечно, вот моя работа. Вышло небольшое недоразумение. Нет, у меня просто нет слов, это ужасно. А это еще хуже. Моника, очевидно, что твой рисунок самый лучший. Поздравляю с победой. Настоящий шоколадный фонтан! И какой же он вкусный! Ты думаешь о том же, о чем и я? Ага! Мы вообще-то тоже хотим попробовать! И правда нереально вкусно! Так, закончился! Ну, девочки! О, какой миленький песик! Какашка! Готовы? Тогда приступайте. Время пошло. Да уж, такое рисовать не очень бы хотелось. Ого, как быстро у меня получилось. Ну что ж, приступим. О, идея. Да-да, от моего носочка исходит сильный запашок. Но в этот раз я буду рисовать пальцами ног. Что-то мне нечем дышать. Так, фломастер взяла, приступаю. А я буду рисовать с помощью локтей. Так гораздо удобнее. Колпачок долой и вперед творить. Ой, мой маркер улетел. Нужно скорее взять другой. Да что ж такое-то? Ну же! Ого, Моника все нарисовала? Девочки, время вышло, сдавайте свои шедевры. Я бы сказал, так себе. Моника, да у тебя прирожденный талант. Шикарно. Ой, где это я? А, рисунок, точно. Вот. Очень плохо. И ты получаешь какашку. О, нет. Ну за что мне все это? Как же это мерзко. Ладно, рискну попробовать. Да это же вкуснятина! Мне даже смотреть омерзительно. Девчонки, это нереально вкусный шоколад. Просто пальчики оближешь. Хотите, я и вас угощу? Моника, на! А ты хочешь попробовать? Ну и ладно, мне же больше достанется. Ну а в этом раунде вы будете рисовать вот эту шикарную рыбу с помощью соусов. Между прочим, соусы очень вкусные. Ну что, девочки, приступайте. Время пошло. Для начала я подготовлю все необходимые цвета. Долой упаковку с желтого соуса, теперь с красного, с зеленого и с белого. Ты что наделала? Можно было поаккуратнее? Прости, я не специально. Надо поскорее стряхнуть с себя этот мусор и приступать к рисованию. Я начну с кетчупа. Вы только посмотрите, какой насыщенный цвет. А какая текстура? Да, то, что нужно. Я думаю, что васаби-соус идеально подойдет для моего рисунка рыбки. Ну что ж, приступим. Ой, что-то маловато тут краски. Придется взять другой цвет. Ну ладно, красный тоже подходит. Добавим деталей. Теперь еще один цвет и еще один, и еще один. Ох, красота! Ну какая замечательная рыбка у меня выходит. А у меня еще совсем ничего нет. Знаю. Чтобы ускорить процесс, я буду рисовать сразу 5 пальцами. А что это так вкусно пахнет? Оп, попробую немножко. Обалденно. А
Знаете, немножко не выйдет. Это слишком вкусно. О, да, мой любимый сырный соус. А вместе с кетчупом еще лучше. Супер! О, нет! Мой рисунок испорчен! Времечко вышло. Показывайте свои работы. Очень хорошо. Это плохо. Думаю, ты и сама понимаешь. А ты почему ничего не нарисовала? Что ж, тогда получай тухлую рыбу. О, нет! Какой же отвратительный запах! Просто мерзость! Ну что, желаем приятного аппетита! А у меня появилась идея, сейчас как поджарю ее. Ой, кажется, огонь слишком сильный, надо сделать его поменьше. Ух, ой. Ну ладно, начинаем подогрев. Готово. Ну что ж, сейчас попробуем. О, да, это выглядит как настоящий деликатес. Объеденье. Вы только посмотрите на этого милашку. О, какая прелесть. Итак, пора нарисовать котенка на своем лице. Время пошло. Мур-мяу. Я обожаю котят и обязана победить. Итак, носик уже готов. Теперь добавим кошачьи усики. И не забыть про ушки. Я уверена, что из меня получится отличный котенок. 5 секунд, и все готово. Для начала я сделаю стрелки, чтобы мои глаза стали похожи на кошачьи. А затем обязательно прорисую мордочку. Уж в чем, а в гриме я профессионал. Что? Нет, ты только посмотри на нее. Ой, ты чего? Ты только посмотри, какой у нее крутой грим. Ну, раз она кошка, напугаем ее водой. Что такое? Ай, нет, прекрати сейчас же! Мой грим испорчен! Это нечестно! Но зато очень весело! О, у меня появилась идея! Лили, честно говоря, у тебя получается так себе. Но если хочешь, я тебе помогу. Так, это сюда, пару штрихов и готово! Ну, просто вылитый котенок! Где там мои очки? А, вот! Большое спасибо, Моника! Времечко на исходе! Показывайте свои личики! Мамочки мои! Милый котенок, тебе лучше этого не видеть! А что у нас здесь делает пират? Что? Пират? Ну, Моника, тебе очень идет, правда? Моника, у тебя вышло лучше всех! Поздравляю, этот милаха отныне твой. Иди скорее сюда, мой хорошенький. О нет, кажется, у меня аллергия. Не переживай, Моника, мы о нем позаботимся. Ого, а здесь прикольно. Можно я первая? Так интересно, что же мне достанется? Ого, внутри лапша? Это круто. Сейчас же попробую. Ох, как аппетитно! О, да, и невероятно вкусно! Это было волшебно! Ну и чего вы на меня так смотрите? Эмма, давай, ты следующая! Окей, сейчас посмотрим! Что, острый соус табаско? Ну вот, а я так хотела вкусняшку! Как же остро! У меня все горит! Большое спасибо, вы мне помогли. Ну что, Крис, давай ты. Так, ого, какой красивый шар. Интересно, а что он умеет делать? Вокруг все замерзло. Нет, я больше не буду его трогать. Ой, это мне спасибо, он такой красивый. О, нет, что происходит? Ай, я случайно его разбила. Как же холодно. Какой кошмар, девчонки замерзли. Видимо, есть только один выход. Выпью побольше острого табаско и растоплю моих подружек. О, а вот и огонь подступает. Крис, ты как? Ой, как потеплело.
А теперь Энни! Ой, большое спасибо! А теперь помогите мне! Один момент, выжму свои мокрые волосы и потушу тебя! Да, сработало! Фух, что бы мы друг без друга делали? Теперь я открою сейф первое. Надеюсь, на этот раз повезет. Да как же так? Лук? Гадость! Ничего не поделаешь, придется есть! Фу-фу-фу! Ужасный вкус! И хочется плакать! Ладно, надо поскорее покончить с этим и забыть, как страшный сон! Ой, простите, девчонки, но Лук очень хотел с вами поздороваться! Ну, знаешь, посиди, пожалуйста, вот так! А я посмотрю, что досталось мне! Смайлик выглядит многообещающе! Вау, это же торт! Какой он красивый и аппетитный! Отрежу-ка себе кусочек, да побольше. Вот это красота! Просто волшебно! Такой нежный и сладенький! Видимо, делиться она с нами не будет. Ладно, посмотрим, что досталось мне. Какая-то странная бутылка. Интересно, что это за красивый золотой порошок? Ой, как в глазах плывет! Это еще что такое было? Сонный порошок? Крис! Крис, просыпайся! Ну, давай же, вставай! Вообще ни в какую! О, идея! Мое зловонное дыхание должно сработать! Где я? Что за вонь? Всегда пожалуйста! А давай-ка усыпим Энни этим порошком! Давай, насыпь его на эту розу, она точно захочет ее понюхать! Энни, это тебе от нас! Мне? Ну, спасибо, девочки, очень мило! Очень хочется спать! Да, наш план сработал! Ты поднимайся, а тортик мы заберем! Приятного аппетита, Крис! Девочки, а можно я первая? Давай! Окей! Интересно, интересно, что же там? Ничего себе, это что-то странное! Напоминает какой-то котелок! Ладно, разберемся позже! Эмма, смотри, что у тебя! Вау, у меня огромный киндер! Как же круто! Выглядит обалденно! А на вкус невероятно! Но с вами я делиться не буду! Ого, внутри даже игрушка есть! Интересно, какая? Мишка, скукота! Энни, забирай! Кидаться было не обязательно! Мишка, посиди здесь! Ничего себе! Плюшевый мишка стал мармеладным! Вот это да! Девочки, вы поняли? Мой котелок делает мармеладную еду! Очень круто! Крис, осталась только ты! Посмотрим! Что? Сыр с плесенью! Я его ненавижу! Этот запах просто отвратительный! И на вкус он тоже гадкий! Нет, я не могу! О, ну конечно! Энни, одолжи мне свой котелок! Большое спасибо! Ну-ка, кладем вонючий сыр, а достаем кусочек вкуснейшего торта! О да, вот это мне нравится! Просто невозможно оторваться! Эй, не снимайте меня, ну зачем? Тогда вот тебе, Эмма! Ты что сделала? Мой телефон стал шоколадным, а на нем был легендарный ролик на многомиллионные просмотры! Это обидно, но зато вкусно! Да, очень вкусно! Ну что, кто открывает? Не подсматривай, Крис, лучше открой свой сейф. Окей, посмотрим. Иу, лимоны, гадость. А может, я не буду? Будешь. Ох, меня все передергивает от одной мысли. Какая же это невероятная кислятина! Нечего смеяться над моими мучениями. Эмма, лучше посмотри, что досталось тебе. Так, ого! У меня просто обалденный молочный коктейль! Даже не смотрите, это все только мне! Вкуснятина! Ну, все понятно, жадина! Ладно, тогда я открою свой сейф! Ничего себе! Мне достались какие-то старинные часы! А если нажать сюда? Ничего себе! Девочки застыли! Неужели я остановила время? Что ж, тогда это мой шанс отведать вкуснейшего коктейля Эммы. О да, это и правда невероятно. Вижу, что Крис не ест свои лимоны. Это надо исправить. А Эмме можно сделать офигенный макияж. Уверена, ей пойдет клоунский грим. Получилось супер!
Ну что ж, а теперь время можно запускать. Ну, у тебя и лицо. Уж кто бы говорил, ты похожа на клоуна. Что? И правда? Энни, признавайся, это сделала ты? Тебе очень идет, советую прийти так в школу.